Ну иди сюда. Я и пускаю от него невесту. Нет, он ко мне побежал. Скажи, какая там невеста? Вот он огромный, он просто монстр. Иди к невесте. Вот невеста твоя. Иди к невесте. Невеста. Мы можем вязалась искусственно. Пусть они сидели сами. Не надо, не надо запускать. Да, все побежало. Да, невеста очень маленькая. Тихо, тихо. Грей очень большой. Надо. Да. Все. Вот так вот. Да, трубу еще снеси. Да, вязать их естественным путем нельзя. Вот где-то 70 килограмм. Да нет, 60. Да ну он здоровый. Даже если он 60, а ее 35. Там такая инерция идет. Да, ее 35, а там от спины ничего не останется. Ах, какая девочка. Какая девочка, это любовь. Так, подойди лезь на нее. Эй. Нельзя лезть. Спинку можешь пока. Так, знаешь что, я сейчас принесу. Не, он не будет лезть. Ты увидишь, что да. Так, она скорее к нему. Вот. Нельзя. Ладно, нет, только не ко мне. Ты огромный. Мне хвосты вот не нравятся, мощные. Хвосты мощные. Самые этот. А какие добрые. А хвосты какие мощные, да? Золотые собаки. А хвостяра такой, что он по трубе бьет, у нас прямо это. Какая девочка, какая девочка. Идет такая бум. Уже все повязались. Девочка еще хочет. Девочка еще хочет. Нельзя. Только не лезь на нее. Не, он не лезет. Так, хорошо. Он не лезет. Брюкова. Брюклю. Сегодня утром подходит. Не кормим, все языком. А вот так вот. Ох, он нос, он просто огромный. Он как медведь. А ему миску выносишь, он прямо прыгает, аж рычит. От радости рычит? Да, он прямо рот так. Ну, у них этот рейк. Она тоже рычит от радости. Так, рейк. Так. Он хорошо себя ведет, он не лезет на нее. Он понимает, что она маленькая. Вот, давай уже. Ухаживать можно. Вчера залез. Вчера залез, да. Вчера залез. Но сегодня он понял, что нельзя. Не держит. Так, тихо. Отпусти. Поиграться, поиграться. Нет, он, в принципе, сделал свое дело. Особо и не хочет. И нам понравится. Он всем понравился. А девочке как он понравился? Вчера ходит. Ходит. Ну чего? Они себе понимают. Так, время, я тоже так стреляю. Веселый. Веселый, а довольный такой. А довольный. День прошел не зря. Да, нельзя. День прошел не зря. Девочка домой будет уже детей нести после вязки, да? Ну, во всяком случае, так надеемся. Поставляете? Хорошо, хорошо. Молодец. Теперь она проверяет, что там такое. Нет, нет, нельзя. Нельзя. Я сказал, нельзя это делать. Она не против. Она не против, но мне кажется, он просто... Он не прыгает на нее, он обозначает, что бы он сделал, если бы разрешил. Да? Да. Хвост как труба. Нет, флаг. Хвост флагом. Только не лезь на нее. Эй. Не, он не лезет. Я говорю, что он обозначает. Слюнями обозначает. Процесс. Уже в слюнях. Я представляю, я сейчас где-то на поляне. Мне слили где-то. Убивались. Убивались, да, на поляне. 100%. Ты пенсионер.
как? Сквозь, как молодуха. А что пенсионерка? Не, она, кстати, еще не такая старая. 7 лет это... Да, 7 лет уже назад. Уже вчера, она так выглядит. Нет, нет, где-то полтинник. Нет, нет, для крупной породы это больше, ближе к 57 лет. Хорошо, 3 года это хорошо. Пожалуйста. А у него 35 лет, он сам разгарит. Да. Даже 30, можно сказать. 3,5 года. Хорошо. Погода портится. Под животом не заметит. Да, просто жмёт под животом, под кочкой. 100%. Да, да, да. Все у него инстинкты есть, все сохраняются, но размеры, конечно, разные. Я смотрела видео, есть для крупных кобелей мелких сук, ну не мелких, которые меньше, чем кобели, делают специальные станки. Вот, но это очень-очень... мне не понравилось. Как у лошадей, что ли? Да, им под живот. Нет, кладут. Нельзя. Такие специальные бревна, чтобы они не проседали. Кобель прыгает, все равно этот вес огромный. Как у нас ему цирк, наверное, молоко. Молоко, а что они кричат? А, это так все знают. Он вот там становится. Смекал за ним. А мусор по утрам. В субботу они у нас вывозят. Утром 9:30. Еще бывает, ездят эти цыгане, аккумуляторы берут и всякий лом. Железо. С матюгальником. Картошку бывает также объявляют. А у нас тоже ездят, но они сразу перечисляют, что они везут. Да. Чтобы не возникало вопросов. А, какой? Я не беру никаких. Какой красавец. Какая красавица. Нет, нельзя. Прилично себя видишь. Что ты красавец? Что красавец? Это же как дитё, надо всем отвернуть. Вон от папа, мама, там. Что показываешь? Внимание надо, много народу пришло к нам. Даже он сидит, он на меня смотрит. Зузма такая, каждого надо помнить. Ну да. Впечатление, да? Эмоции. Молодец. Захэкал.